Друзья, посмотрите, здесь 24 пива. Пейрони, итальянское. Ящичек. Премиальный лагерь. И что же я с ним сейчас буду делать? Принимать целебную ванну. Друзья, вот все 24 баночки, бутылочки, скляночки вылиты в ванну. И здесь пробочки от них. Смотрим, что получилось. А получилось вот такое вот мессиво, я бы даже сказала. Будем принимать ванну с пенкой. Ну что, друзья, наступаем. Она очень холодная и скользкая. Это отвратительное ощущение. Я думала, принять ванну в пиве будет приятно. Ну что, друзья, запах, конечно, запах пива. Чудесно, чудесно. Надо попробовать.